«Моя альтернатива – здоровая нация». Фестиваль под таким названием прошел в сквере перед Национальной библиотекой. Он приурочен к Международному дню борьбы с наркотиками. Крутите палку, если сил не хватает, уже вытягивайте. Проявить себя в таком необычном виде спорта, как масс-рестлинг, нарисовать рисунки, позаниматься йогой. На выбор более 40 интерактивных площадок. Специалисты наркологического диспансера провели диагностические исследования, а сотрудники МВД рассказали о некоторых методиках расследования дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Цель фестиваля одна – показать, насколько прекрасен мир без наркотиков. Он проводится в пятый раз. В этом году собралось более 1000 участников. Когда человек занят, когда у него глаза горят от желания заниматься спортом, реализовывать творческие проекты, заниматься творчеством. Вот это основа нашей позитивной наркопрофилактики. Но сегодня еще очень важно, чтобы каждый из жителей города, чтобы каждый из жителей республики понимал, что есть гражданская позиция и есть ответственность. И если они видят проблему, нельзя молчать. Нужно обязательно эту проблему решать, обращаться в соответствующие органы. Татьяна Леонтьева, Алина Сусметова, Валерий Резюков, Республика.